Всем привет. Это вот аппарат. Вечер очередного дня. Вчера я снимал видос, еще его не делал, как спрятал вот эти все кишки в фару, как положено. Ну а сейчас после работы решил съездить за пивком к Галочке. Обычно за батарейками, но сегодня решил за пивком. Все ломаю голову, как его назвать. Много предложений. Ну вот думаю, может быть его назвать Черная Мамба. То есть ЧМ и Орион. Черная Мамба Орион. В переводе ЧМО. Вот так вот аббревиатура ЧМО. Если когда-то здесь будет обтекатель, вместо пожарника здесь будет написано ЧМО. Я сам себя засмеялся. Ну ладно. В общем, едем до Галочки. На ЧМЕ. Дядя Володя страшного. ЧМО везет к Галочке. Кстати, пока на подсосе еду. Ну а что, у меня жопа не достает до этой душки. А то господин Трубкин говорит, я жопу всю отобью об эту трубу заднюю. Не, у меня жопа не настолько большая. Вот это ЧМО. Черная Мамба Орион. Сразу снова повторяюсь. Передняя звезда на 14 зубов. Вроде как считал, да, в каком-то видео. Коробка здесь не круговая. Вот четвертая, вперед. Вперед она, нажимаешь вот этой вот. Вот этой. Дальше нажимаю. Она не нажимается. Нету там ничего. Можно отломить. Четвертая конечная называется. Потом, если пяткой жать, будет третья. Но я не пяткой, я носком жму на пяточку. Вот третья, вторая и первая. А после первой нейтралка. Все, приехали. Ну, сейчас на первую еще доедем немножко. Сегодня не Галочка, сегодня Светочка. Так, дядя Володя на ЧМЕ прибыл в магазин за пивом. Купил пивка Гадотышевых братьев. Кофрика пока нету. Не нашел такую бочку еще, 100-литровую. Придется на руку повесить. Воссесть на ЧМО и поехать. Так, у нас включена первая. Значит... Так. Вот так. Вот ЧМО меня везет, а? Вот это ЧМО. Всем ЧМАМ ЧМО. Видео будет называться «Дядя Володя страшный и ЧМО». Знаете, картина «Три богатыря» нарисована на заборе. Как-нибудь покажу вам поближе, если не застрелят. Это не с меня текло. Так, вот вторая. Сейчас я подсос уберу.
Что-то там острое, за что-то острое зацепился рукой. Вот четвертая. Едет свободно вообще. Эч. О, свет какой. Ай-яй-яй. Блаженный, да? Надо пониже опустить хварку. Фонарик. Фонарики, фонарики. Вот так. Само то. Ну ладно, всем спасибо, всем пока. Вы что, обалдели что ли? Я вам что, пиво вам привез? Скачете тут как лошади. Кто таранку будет? Кто будет таранку? Эй! Без пива нет таранки, ребята и девчата. Крымоля.